Всем привет! В России с каждым годом все больше набирают оборот различные гик-выставки, в том числе и игровые, куда принято ходить в образе одного из любимых персонажей. Если у вас нет возможности сделать свой собственный костюм, всегда можно приобрести уже готовые, например, на AliExpress. Сегодня я покажу вам несколько товаров, которые помогут вам примерить на себя образ Джокера. Если вам нравится такая идея роликов, поставьте лайк и напишите, кого вы хотели бы увидеть еще. Ссылки на все товары, которые я здесь покажу, вы найдете в описании под роликом. Поехали! Если хочешь больше интересных товаров с AliExpress, рекомендую подписаться на мою группу Китай Онлайн ВКонтакте. Также кидайте свои фотографии и отзывы о купленных товарах по моим подборкам в предложку, желательно со ссылкой на товар. Ссылка на группу есть в описании. Начнем с образа Джокера, который стал уже классическим. Это образ из Темного Рыцаря, в котором антагониста безупречно сыграл Хит Леджер. Я заставлю карандаш исчезнуть. Он испарился. И я нашел полный комплект костюма, включающий рубашку, брюки, жилет, галстук, плащ и перчатки. В описании я оставил ссылку на двух продавцов, у которых можно приобрести этот комплект. Просто у одного из них он дешевле, зато у другого больше фотографий в отзывах, так что решать вам. А если вы хотите еще немного сэкономить, тогда можно взять вот такой вариант с одной только рубашкой и жилеткой. Можно приобрести как отдельно, так и оба предмета сразу. А вот с головой уже не так все радужно. Самый бюджетный и более-менее выглядящий вариант — это вот такая полная маска, которая надевается на голову. И не со всех ракурсов она выглядит хорошо. Более удачный вариант немного подороже, и это уже накладная маска, которая закрывает только переднюю часть головы. Так что, на мой взгляд, самым удачным вариантом будет либо она, либо чтобы вас разукрасила девушка с прямыми руками. В большинстве случаев это даже будет лучше. Также не оставим без внимания и шевелюру Джокера из Темного Рыцаря. Я нашел вот такой парик, который максимально похож на него. Единственное, его можно немного подкрасить, чтобы был болотно-зеленоватый оттенок, как на картинке. Также для фана можно взять вот такой наряд медсестры, в котором Джокер появлялся в первом Темном Рыцаре. Вот только цена за один лишь халатик и пояс довольно высока. Следующий образ уже менее популярен, а у кого-то и конкретно бомбит от него. Страсть приводит к уступкам, уступки к подчинению. Ты хочешь этого? Хочу. Свое мнение, конечно, можете высказать в комментариях. И так как этот образ менее популярен, то и товаров с ним намного меньше. Я нашел шикарное фиолетовое пальтишко, которое носил Джокер. Материал указан искусственная кожа и смотрится и вправду неплохо. А уже под данное пальто можно натянуть вот такую футболку с принтом в виде тех самых татуировок, которые были набиты у Джокера. Далее есть официальный костюм, но я давненько смотрел «Отряд самоубийц» и, увы, не помню, где он в нем появлялся. Можете напомнить в комментариях. В комплект входят рубашка, брюки, пиджак и кобура. Также есть варианты для женщин. Для этого образа также есть парик, и здесь уже, в отличие от предыдущего, ничего подкрашивать не придется. Еще один образ Джокера знаком любителям компьютерных игр. Это Джокер из серии игр о Бэтмене, Batman Arkham. Здесь также полный комплект, но вот маски, к сожалению, я не нашел. А жаль, ведь морда лица у него там особенно безумная и крутая. И последний вариант — это уже выдумка на тему, это полный комплект для женского косплея Джокера. Вот только подробного описания, что в него входит, на странице товара нет. Есть только фотографии косплея. Так что если будете заказывать, сначала уточните у продавца, что туда входит. На этом у меня все. Поставьте лайк и поделитесь роликом, если вам понравилось, и напишите в комментариях, какого персонажа вы хотели бы увидеть еще. Если ролик хорошо зайдет, то данная рубрика станет постоянной. Пока!